Я по-добру. По-принцесски. Ты в курсе, что уже как бы следующий день надо забыть эту шутку? Итак, всем привет, я Вова. Эта шутка будет вечна. Да, я даже тебе приветствую. Подержи. Всем привет, я Вова и... Всем привет, я Вова и... Дурак. В общем, всем привет, я Вова и это... Ян? Ему стыдно за то, что мы пишем летсплей. И в общем... В общем, это четвертая серия прохождения. Это четвертая серия прохождения LEGO Star Wars совместно с группой игр для слабых PC. Если у вас слабый PC, ссылка в описании. Принцесса Селестия. Дорогая принцесса Селестия, сегодня я научилась, как быть принцессой. В общем, так, давайте сначала. Я принцесса, а ты принцесса. Короче, улавливаем суть. Всем привет, я Вова, это Ян. Мы не запишем четвертую. Всем привет, я Вова, это Ян. И, в общем, это новая серия прохождений. И, в общем, подписывайтесь на группу... На группу игр для слабых PC. И если вы хотите перейти на третью, вторую или первую серию, нажмите на клавишу в левом верхнем углу экрана, если у вас включена аннотация. А если хотите перейти на пятую серию, нажмите, пожалуйста, на клавишу в правом верхнем углу. Садись. Давай играть. Ну что, Ян, четвертый эпизод. Не пропускай субтитры, а то я отрежу тебе голову. Быстрее, быстрее, он хочет нас застрелить. Так. Я тебе вот... Эпизод 1, призрачная угроза, глава 4. Я уже Гонка. Близко. Мозг... Я тебе рожу разобью. Гонка. Мозг Эсфа Королева Амидала и ее защитники джедаи покинули Набу и направились на Корускант. Они планируют сообщить Галактический Сенат о вторжении Торговой Федерации, однако двигатель королевского корабля был поврежден, и они были вынуждены приземлиться на удаленной планете Татуин для проведения ремонта. Короче, все, мы приземлились на Татуине. У тебя есть татуировки? Татуировки нет. Что мы будем делать без татуировок? Нет, да. Принцесса лед. Элин. Принцесса лед. Ой, это сейчас, по-моему, будет эпизод с гонками, Ян. Мне, походу, тупо украдут. Воу-воу-воу, это же Дарт Вейдер. Ты не в курсе, это Дарт Вейдер, чувак. Офигеть. Сидит. Маленький Дарт Вейдер. Путь. Я принцесса, а не Дарт Вейдер. Так. В общем, нам надо выиграть в гонках, дабы улететь с этой планеты. Хотя, мне кажется, тут неплохо. Рабство, все дела. В принципе, как у меня на канале. Так, ты готов? Я. Ты синий. Сразу видно, что я синий. Потому что синий для синих. А ты это... Воу, не проваливайся, не проваливайся, лошара. А я думал, что надо проваливаться. А ты не проваливайся. Воу, как здесь резко, да? Это те, блин, не какие-то там... А, кристаллы можно... О, вот это красавчик. Воу-воу-воу-воу. Вот это они сбунтовались чутка. Обозлились на нас, ребята. Да на ускорители, давай. Вот эту штуку. Отлично. На ускоритель. Отлично. Давай еще вот на эти ускорители. Воу-воу-воу-воу-воу. Замечательно. Давай. Вж-вж-вж-вж. Разбивай всякие штуки такие мелкие. Вот эту штуку есть, я забрал. Я забрал. Отлично, догоняем эту волоха. Замечательно. Давай по ускорителям. Давай по ускорителям. По-моему, кстати, достаточно кому-то одному по ускорителям гнать, ты в курсе?
Ой-ой-ой-ой-ой, вот ты лох. Ян, ты или лох. Я. Разве это важно? Смотри, смотри. Это, кстати, самый плохой, типа, который не зеленая. В общем, тут судьба быстро решилась нашего врага. Блин, да... Там он, видишь, нам надо обогнать. Да, ясно. Только для свободки был трамплин. Это странно, потому что в стандартной версии были открыты все. Ну чё, давай сделаем этих лохов. Как камни, камни. А, Ян. Что? Ян. Все из-за тебя. Из-за тебя все. Не, сейчас да. Из-за тебя все было. Давай, 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 пройдем, пройдем это дело. Бу-бу-бу-бу-бу. Еще из-за тебя я не смогу. Ян. Давай, давай, сделаем этого лоха. Нам надо на один круг его сделать. А в нормальной гонке мы бы уже сдохли. Кип точно. Нет, кип. Слушай. Ты же знаешь, что я должен прожить дольше, чем ты. Давай-давай, вот на ускорителя. Давай на эти вот. О, вот это прям четко ускорились. О-о-о, смотри, как мы его делаем. Мы типа такие, воу, выдавили полную мощность. Наш корабль может сломаться, понимаешь, в любой момент. Смотри-ка, мы почти собрались с Стеной Джедая. Мы же соберем. О, ё-моё, мы должны собрать. Есть, я собрал. А! Не опускайся до такого уровня. А, какая напряженная гонка. Да истинного джедая всего немного. Давай. А, блин. Все, yes. Я истинный джедай. Я истинный. Нет, я. Во-во-во-во-во. Вот это жесть. Смотри, как я профессионально прошел, меня ни разу не попали. А в тебя позволить сколько? Два. Блин, там была одна эта фигня такая. А, ладно. Давай чуть поверим. Так, спокойно. Спокойно. Давай по ускорителям. Давай по ускорителям. На джойстике чуть неудобно играть. В эти гонки. На джойстике неудобно в гонке? Да. Чё это за игра стрел? Уб-уб-уб, мы их сделали. В общем, у нас было двое, а корабль один. Ну это типа, чтобы тебе не было скучно одному играть. 500, это чтобы тебе не было скучно одному играть, понимаешь? Слушай, если это все придется. Если это все, то придется пройти еще один эпизодик. Да, пожалуй, мы пройдем еще один эпизод. Ты тоже прочитал, да? Ой. Шлюпка. Все. 8 из 10. Прям 8 из 10. Так. Продолжить историю. Да, продолжить историю. А. Я хочу, чтобы в этой части были шутки про принцессу. Эпизод 1. Призрачная в лицо нам. Угроза. Глава 5. Захват дворца Тида. Я на Коросканте, и мне тоже чувак поставит. Коросканте королева Амидала обнаружил. Ты тогда куда? Что галактический сенат подкуплен? Давай, торговый. Мне тоже принеси. Федерации и прогресс в бюрократии. Расстроенная она вернулась домой на Табу вместе с Кигон, Джин, Оби-Ван Кеноби, капитаном Панака R2-D2 и молодым гонщиком Статуина. Анакином Скайуокером, королева Амидиана проникнуть. Не успел чуть прочитать, простите меня. Но вы-то можете поставить видео на паузу и дочитать. А мы в лесу. Лес. Лес. Чудесный лес. Красивый лес. И главное, чтобы этот лес не исчез. Эй, ты, береги этот лес. А то он будет зеленый, как мой хромакей. Мой хромакей настолько зеленый, что сделан из леса. Смотрите, баталии массовые. Прямо этот... Рим Total War.
персонажей. Да. Вилка и синхронизация крутая. Это не софт для айфона. Лего все такое милое. Оу, я наконец-то этот, как он, ну ты понял. Я случайно. Ага. Беги. Ладно. Лалка. Сейчас мы посмотрим, кто из нас лалка. Тихо ты. Да блин, я хотел корабль что-то. Да мне сделать. Пофиг вообще, что ты хотел. Я тебя там ещё. Мы истинного джедая не сможем собрать, если ты меня будешь мочить. Если ты меня будешь мочить, мы тоже его не соберем, понимаешь? О, стой, все, не надо, все, не надо залезать. Так, отлично, разбил, собирай. Смотри, теперь за этих перекидываемся, за стреляющих. Тварь до два убью, что ты мне это. О, давайте их завалим, пойдем. Так, ща. А, блин, она одно место. Да. Блин, монетки падают. Давай. Да, блин, монетки падают с меня. Монетки падают. Это монетный дождь. Дождь из монет. Стой, подожди, стой, вот куда ты пошел? Стой. Не иди туда, там плохо. R2, D2. Стой, вот стой. Стой. Что я сказал? Вот туда я хотел, чтобы мы слазили как бы вместе. Ну подожди, ну подойди хоть сюда, чтобы я по-быстрому собрал. Все, круто. Пошли назад. Давай, ты будешь стрелком, короче, а я буду фигачить всех налево направо. Ян! О, я в машине. Меня этот R2-D2 заколебал уже тупить. Он тупой. Пошли быстрее. Чего ж он такой тупой-то, а? Ладно, давай. Вот, спроси. Вот, ответит. Всё, не садись лучше в тачку, отвечаю. Я хочу сесть в тачку. Ты меня убить? Да, это тебя каждый раз убивают, из тебя падают монеты. Типа каждый раз, когда ты выпадаешь из тачки. Ладно. А в тачке у тебя меньше жизней. Да блин. Я же говорю, монету собирай сильно. Что-то я простужил. Так, монету, помоги мне. Стой. Ну налево чуть-чуть пройди, там монета синяя, еще одна. Собирай. Ян. Пофиглили из-за тебя монеты. Все, опа. Собирай. Я вот это, все. Не соберем мы истинного джедая. Какой Ян, такой набор. Ян не истинный джедай. Стоп, назад. Пошли, все соберем сейчас и соберем истинного джедая. Все будет круто. Два этих сюда приманим. Подожди. Во, ща. Опа, давай, подойди ко мне. Да сейчас подойду вот так. Я сейчас вижу по-другому, подкачу типа к тебе. А. А-а-а, лоханулся. Блин, вот я лоханулся сейчас. А, смотри. А, ладно. Короче, подними вторую платформу. А, ладно, все, пофиг. А что пилот делает? Посмотри, он ничего не делает. Ой. Вот прикол, да, вот с которого я сейчас играю. Он вообще ничего не умеет. Анакин? Да. Так это же будущий Дарт Вейдер. Будущий. Кому ты это рассказываешь? Мне? Да.
Человек, который ни разу не раз... Все, ладно. Давай, слазай. Я здесь посижу. Я лучше дома посижу и на диване полежу. Зачем мне это пати? Ведь у меня так много других клёвых занятий. Да, Ян? Да. Ладно, все, давай я за... Вот, за R2-D2 переселюсь. Ты проходи. Принцесса? Я думал, у тебя уже прижилась роль принцессы. Хотя... Ты... Ай, блин. А потом всякие карачи шутят смешные шутки. Ты лучший джедай, которого я видел. А ладно. Пошаешь. Ай, блин! Это все из-за тебя. Я сделаю проще. Ладно, ладно. Я принцесса, а ты тоже принцесса. Нет. Вот тупой. А, мне нечего терять, у меня все по нулям. Ян, я так никогда не... Ладно, не фарься. Это худшая миссия. Но там не есть принцесса. А ты худший напарник этой миссии. Бу-бу-бум, ау-е. Все, я добил этого лоха. 20 раз умерли, я сделал этого лоха. Давай, это стой, да куда ты на кнопки становишься? Нельзя же еще рано. Видишь, сколько всего надо сделать? Что-то я опять разлегся. И как-то приуныл. Смотри, вот берешь, прыгаешь. Опа. Синюю. Вот, есть. Круто. Теперь, вот ты понял, что R2-D2 тебе сказал? Сказал, что ты мудак. Я-то знаю, у меня есть... У нас канал без мата. А это мат? Почти. Ничего себе, вот это пасхалка. Никогда б не догадался. Да блин, мне не дают места. Оу-оу-оу. Ян, ты в курсе, что я всех только что убил? Да. Это как в той заставке. Катсцене во втором эпизоде. Оу-оу-оу. Стой, назад отбеги. Чтоб я синий собрал. Все, ты прыгаешь, чтобы он не попадал. Все круто. Куда ты опять пошел? Подожди, пошли назад решать крутые головоломки в стиле Лего. И зачем? Это же головоломка в стиле Лего. Давай разберем тогда все. Давай отойдем. Давай отойдем, чтобы разобрать это все дело. Там, наверное, надо наоборот разобрать всю эту фигню. Чтобы было круто. Стой. Вот. Ладно. Эту штуку, наверное, можно разбить. Нет. А сейчас вот эту лодку поставим. Какая разница? Большая. Большая разница. Та-та-та-та-та. И тут мы закрыли за нарушение авторского права. Чувак, одно и то же. Нет. От попытки внедрить Яну мозги, тут результат не меняется. Вот как бы, понимаешь. Смотри, какая графика. Принцесса отражается в полу. Ты не принцесса, Ян, ты не принцесса. Но отражение. Я не про ту принцессу, я вам про ту принцессу. Которая... Не, ну видишь, и динамическое отражение тоже есть. Идиотомическое. Я слышал, в этом полу отражаются только идиоты, Ян. Ты тоже. Шутник. Хитрый. Ты хорош, да? В своих шутках. Оу. Собираем монетки.
собирая монетки. Оу, собираем монетки. Лол. В детстве было проще играть. Потому что мы играли на PSP в одиночку. Да нет, я еще играл на компе. А я играл на PSP. Воу-воу-воу, и ладно, показалось. Ничего. Стой, давай я к тебе на голову запрыгну. Встань вот так вот к стенке. Не, в упор вот туда вот встань и типа беги, да. Стой, встань. Да не прокатит. Ты все прокатит. Нужно быть темным властелином. Видишь, красненькая магия. Экзорцист тебе нужен, вот что теперь. Пошли, пошли, пока в нас не попали, чувак. Ой, что-то. Да пофиг, все, не было там ничего. Как самые крутые мужики джедаи смотрят. Бежим. Бежим. О, там нужно. Стоп, да, R2D2. Я не хочу туда. Я хочу туда. Вон принцесса там, да. Слушай, что-то эти за нами не пошли. По-моему, где-то их не притянули, чувак. Может, они на кнопках остались? Вот тупые. Давай вот лол. Давай еще раз встанем, да. Давай, остановись. Я стою. Вон кнопка. А, это не ты. Ясно. Короче, полетели. Погнали, погнали. Зачем? Бери джедай, джедай бери. А, я случайно. А, это я взял. Подожди, я с R2. Куда ты бежишь? Давай вернись с R2D2. Вот, да, вернись. Все, погнали. Типа у меня есть геймпад, а у тебя нет. Типа у меня есть клавиатура. Она у тебя чёрная, знаешь почему? А-а-а. Видишь, какой у меня крутой геймпад. Ничего себе. Где такой взял последняя модель? Сколько там кнопок? Все, пошли, чувак. Много. Да, давай, хватит. Ну это ж, ну, на микрофоне плохо звучит. Ян, подбери синюю. Я думал, ты возьмешь на ловушку для лоха. Спасибо, Ян. Ты такой чуткий. Напарник, я просто офигеваю до сих пор. Мы были бы отличными напарниками, кот. Ты бы меня убил. На первом же задании. Ты бы знаешь, если бы типа к моему городу приставили пистолет, ты бы попробовал бы все равно стрельнуть. Скорее всего, это был успехом явно не. О, спасибо. Круто. Ха, сейчас мы круто, четко сработали вилка, да? У меня летело, ты такой подбежал, стреляй в меня, и тебя убило даже. Оу, давай он туда вот. Спрячемся. Слушай, я так понимаю, как-то мы это. Что-то не то. А, это собрать. Лоханулись с джедаем, да. В смысле? О, с набором джедая. Не знаю, давай, конечно, собирать. О, на это, блин, жесть. Сейчас, подожди, я этих всех лохов вырублю. Ты... Да, спасибо. Я хожу в эту... Принцесса! Е. Так, скоординируемся. Королевская... Спасибо. Нет, всегда рад помочь. Ненавижу тебя. Можно выключить огонь? Самый легкий способ выключить дружеский огонь — это прогнать нахрен своего друга. Как мне нравится, как взрывается дерево. Да. Это как Call of Duty, да, все состоит из взрывающихся вертолетов. Давай, короче, ты все будешь за стрелка играть и отстреливать всех. За принцессу. Да, я, да. Типа умный, да?
это чувство, когда 2-2. Где я тебя? Отлично. Я не понимаю, как мы так упали с моста оба. Как лохи. Сейчас опять упадешь, мне кажется. Ты же как там предательски. Это ну как в Стэнли Парабл и в Портале. Я типа, не играл в Стэнли Парабл. Идешь мимо коридора, а там типа знаешь такая огромная комната, а сбоку обходишь, это просто между колоннами проход. Да, вон ту штуку я подниму, сейчас телекинезом стоит на месте. Силой, а не телекинезом. Интересно, я перепрыгну второй раз? Подожди, да стой, дай попробую. А ладно, не перепрыгну. Там видно специальные двери для этого. Типа, показывает для совсем тупых. Все-таки перепрыгну. Стой на месте. На месте стой. А, тут же есть R2-D2 для этого. Умник. Маленькие персонажи могут использовать. А, слушай, на маленький... Неужели тот чувак может ходить через люки? Шкет. Типа вот этот. Ну, он типа шкет, да. Это очень странно. Ну. По-моему, где-то здесь люк был, нет? Люк, я твой отец. Давай возьмем джедаев, вернемся сюда, соберем все эти штуки. Вон люк. И вон снизу люк. А, отец где? Давай, ладно, ты успел. Ха. Давай. Сделай это. А, и все? Возвращайся сюда. О, не все. Да все, все там. Да возвращайся сюда. Да понял я. Просто прыгай, чувак. Доминируй, ты не мой отец. Унижай. О, я могу крутить камеру. Да блин. Тебе так проще, наверное, да? Ути-путь. Прыгай. Да. Ну и фиг, старый. Я просто очень маленький. Хреновый из тебя сын. Возьми джедая. А. Стой, давай вот сюда вот, иди сюда. Чё-то мне кажется, эта серия затянулась. Yeah. Get back, motherfucker. Блин. Да блин. Ловкий Ян. Я понимаю, почему тебе нравится. РПГ без прыжков. Спасибо, Ян. Мы из-за тебя все на них попали. Там стрим наплескало. Воу, ты по чем? Пошли еще раз по лестнице, пошли быстрее будет. Давай. Сейчас главное предательски не упасть. Отлично. Предательски не упасть выполнено. Странно бегаем. Все, становись на кнопку. Я возьму шкеда. В этот раз я буду шкедом. Как во всех классах до 8. Я, кстати, до 7 класса был самый низкий в классе. Еще у меня с голосом был. Трындец писклявый. Можете посмотреть его старое видео, чтобы понять это. Морду разбить. Там ну, очень крутой голос. Чем морду разбить? Можешь по морде разбросать? Ты. А лучше вообще самое первое видео. Там он дает мастер-класс по летсплеям по всему. Я
принцесс. Принцесс бить нельзя, или что? На виселицу смерть. Стой, ты куда пошел? Дай мне убегу. Блин, дай мне убегу. Меня так. Дай мне, да я убегу, я скажу. Эй, эй, эй. Стань лучше стрелком. Не обязательно принцессой. Думаю. Серьезно, Ян, серьезно. Принцессы крутые. А, это просто эти штуки ХДР. Так. А, я так. Я кого-то убил. О, наверное, вот еще один. Нет, там надо на этого, на. Да, сейчас по нему. Видел, как я поставил все четко. Сори. Это не я был. Да я не типа. А, ну тогда не сори, да. Ян. Чё? Тимворкер. Пошли назад вернемся. Куда? На запад. На запад? На запад. О, отлично. Вот же идиотизм. Ой, там для мелкого можно. Я знаю, я вижу. Спасибо, что попал. Мелкий, ты где? Я... Я мелкого ищу. Он справа. Ладно, все, смотри, становись, короче. Бери джедая, бери джедая. Джедая взял. Да. Становись на вот тот блок сбоку. О, тихо-тихо, смотри. Не на это. Да я не то хотел. Сюда вот стань. Стань сюда. Да на тот, который сбоку уже. Ненавижу. Стой, подожди. Готов? Да. Меня поднимай тоже. Я буду поднимать тебя, ты будешь поднимать меня. Прыгай. Прыгай. Я тоже хочу. Я тебя толкал. Кошелек подрезали. А, это типа такой хитрый способ для джедаев, да? Ну ясно. Ну короче, мне не понравилось, знаете. Я типа такой R2. R2 это моя кнопка, она такая типа... Опс. У меня монеток больше. Стоять, это моя кнопка, все, пошел нафиг. Ну все, чувак. Подожди. Это вопрос чести. Ты... Знаешь, что он тебе сейчас говорил? Ты... Да, это был вопрос чести. Погнали. О. Стой, 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 не стреляй. Время для принцессы. Да, я тоже хочу пострелять, подожди, стой. Подожди, стой, 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 я тоже стрелка возьму. Все, отсюда стоим и расстреливаем. Жди, 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 жди. В прыжке стреляю, он тогда будет попадать. Я всех наложил. Вообще-то я всех положил. Лох. Это я. Ты просто не успевал смотреть. Заценил, как я могу? Принцесса всех положила. Видел, как я все поменял? Смотри. Ладно. А, как тебе так? Мож ожидаю. Да ложи ты уже этих лохов. Погнали, залезем. Блин. Какой ты ловкий, однако. Принцессу, да, не выпендривайся. Пошли. Тихо. Туда. Да туда пошли, все. Да уже. Я не могу забраться. Зачем? Да... Пошли туда. Я не могу выйти оттуда, ты меня держишь. Все, идешь. Стой, 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 стой. Вот эту штуку подними, столы, которые летать. Ну как ты могешь, однако? А то. Тебе не больно там подождем из монет? Фигня, не пластиковая. Доброта. У-у-у.
Это для стрелков, ясно, понятно. Для принцессы. И не просто стрелков. Давай, ты... Ладно, все. Это, короче, прием гостей у принцессы. Я. Чё, я? Я принцесса, а не я. Пожалуйста, нарисуйте его кто-нибудь в форме принцессы. Я не знаю, я расклею это у него в школе. Честное слово, я расклею это у него в школе, я за базар отвечаю. Если вы нарисуете Яна в форме принцессы. Принцессизацию Яна. Вуманизация. Я хочу себе большую корону. Все, пошли. С алмазиком в центре большим. Пошли. Пошли, Ян. Вот слушай, а можно меня ликорном сделать? Принцессой буду. Как вы нападали на робота? Давай крутить его, крутить давай, как Джиггернаута. Но смысл ты понял, да? Да. Ваше высочество. Погнали. Ох, как мне надоела эта миссия. Придурочная, очень скучная. Ага, никакого экшена. Мне больше гонки нравились. Экшен. Стой, пошли сюда. Должно быть какой-нибудь ништяк, наверное. Да, это тот ништяк, ради которого стоило здесь пройтись. Аж 30. 3 серебряных, короче. Типа вам жопа. Они такие, типа нам жопа. Бери стрелка, короче, я не знаю, наверное. Нет, все, вот так. Тыщ. Круто. Все правильно. Наконец-то. Воу, что-то я немножко не так. Садись, на треугольник нажми. На треугольник нажми. Мне нравится. Какой же ты полезный игрок, я. Полезный. Знаешь, есть люди, которые ненавидят тимворк и не играют в игры с тимворком. Это я. Да, ты не играешь в игры с тимворком, я вижу. Стой! Тихо, я хочу в него выстрелить. Алло. Да Ян, куда ты идешь постоянно? Подожди, ты... Спасибо. Не за что. А, это я стреляю. Я думал, я ожидаю. Идиот. Давай. Смотри, опять, стой, иди сюда. Интересно, у нас сейчас один кубик в истинном джедае, хотя бы есть этот... штучка одна. Не сомневаюсь. Вау! Что это за... Вот, посмотри, где я. Того я убил. Мне пофиг вообще, посмотри, как я. А, как? Ладно, не парься. Запрыгивай. Никакой конкуренции. Ладно, подавись, ты и твоя синяя деталька. А знаешь, почему его нужно сломать? Потому что он не такой серебряный, как принцесса лёд. Помогай. Что? Я вон это корабль что-то делал. А, он да, разве умеется ломать? Нет. Все, я его ломал. Так. Я еще его ломаю. Его нельзя больше ломать, нет. Все, отпусти его, Ян.
Эй, чувак, не надо. Тебя исцелить? Типа. Смотри-ка, мы, по-моему, всех освободили. А, нет, мы одного освободили. Вообще их нужно убить. Нет, типа вот этих коричневых надо освободить. Походу. А, да? Ян. А, я, значит, не того убил. Вот, вилка, не подпрыгнули. Е-е-е. Это ты такой жирный, что они подпрыгивают, когда ты ходишь. Пыщ. Ой, сейчас будет просто вот, я тебе сразу говорю наперед, спойлер. В конце этого эпизода будет, ну вот этой серии, будет ужасный приступ героизма. Нифига себе. Это будет лучше косплей тебя в трудной ситуации. Типа такого. Ладно, тут нам не место, по-моему. Погнали. Блин, мы еще должны троих освободить или троих? Троих освободить, Никита. Ну тут бесспорный вариант. Нам надо либо... Ну, сколько мы освободили, я не понимаю. Либо троих. Надо поднять друг друга. Это типа тимворк для дебила. Застряли, не знали, что делать. Я один стану героем. Вообще стать героем означает умереть. Да. Как тебе такой поворот? Пошли. Все, типа. Надо еще одного. Еще один, он где-то слева. А вот здесь, наверное. Смотри, вот сюда, давай прибежим. Смотри, тут какая-то штука. Пф, ладно, понял. Но мы все равно уже джедай не соберем, пофиг. Да, блин, все равно хочется бокать. Бюджет. Семейный. На... Переставай с этим. Отдых в Крыму. Или... Бронирование гостиниц. Бронирование. О! Кто самый ловкий? Я самый ловкий. Это, короче, я там на экране. Да. Я думаю, в конце, когда мы пройдем всю эту игру, если мы ее когда-нибудь пройдем, я тебя не убью. Можно будет посчитать количество лещей и сделать нарезку 10 минут. А еще можно устроить все, счетчик шуток про принцесс. Нет. Там куда-то туда, походу. По тебе видно, какой ты тимворкер, Ян. Ты так всех ждешь. Вообще. Я был принцесс пару секунд, мне не понравилось. Принцесса быть круто. Принцесс сироп крови. Ян, ну принцесс нет, рогов и крыльев. Но это не та принцесса. Давай, короче, я буду отрубать эти тачки. Если я сейчас... А я, короче, буду дохнуть. А ты будешь их дохнуть. Их? Да. Вот приступ героизма. Не то. Сейчас будет приступ героизма, увидишь. А, не, он не в конце этого. Уровень завершен, свободная игра открыта, но вы настолько дебилы, что не собрали ни одного бонуса. Поздравляем, два мудака. Не, мы прошли. Мы прошли, это просто... Мальчик. Мы открыли мальчика. Я на нас мальчик. Как это фига. Вообще трындец. Я, кстати, больше набрал. Да, тысяч на 8. Смотри-ка, мы сколько-то этих штук даже умудрились собрать. Я 2, наверное. Ах,
все. А на этом всем спасибо. Я Ян. И ты Ян, а я Вова. Блин. Я Вова, и это Ян. И, короче, заходите в группу игры для слабых PC. Если у вас слабый PC, если у вас мощный PC, заходите в группу игры для слабых PC. И играйте в игры для слабых PC. Ибо нефиг выпендриваться. А на этом спасибо. Пока. Так, подожди, надо запись на паузу поставить. Вот.